Всем привет, дорогие друзья! С вами Evil Know, и в этом видео расскажу вам о том, что происходит в мире World of Warcraft и Blizzard Entertainment. Но перед этим сходу, как всегда, тимовички! Тимовички — это когда проходишь в тайм 11 к смертельную тризну, умираешь на трупошове, и вся группа распадается. Это невероятное ощущение! Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления на моих видеостримах, которые проходят постоянно, ориентировочно с 12, ребяточки начинаются или с 13 по московскому времени, и весь остальной день идут. Сначала WoW, а потом и все остальное. На все остальные ресурсы обязательно подписывайтесь, Дискорд, Телеграм, ну и, конечно же, на Бусти. Спасибо, кто подписывается, чтобы поддержать, и донатерам большое спасибо за поддержку. Ну а мы, ребяточки, начнем. Начнем с новых гербовых накидок из 11.05. Вот так они выглядят, а именно с путешествия во времени. Первые у нас накидочки с Лины Личкинха, собственно, будут путешествия во времени. Вторые на Берни Крузе. Личкинха прикольная с черепком, естественно, да. Ну и с БК, в принципе, тоже довольно-таки прикольно выглядит. Мне нра. Следующие, ребяточки, новости — это наши срочные исправления, которые были 14-15 числа. А именно, значит, у нас пофиксили подземелье, смертельную тризну и каменный свод. В смертельной тризне теперь эффекты кровавого копья больше не стакаются. Гнев Залрамуса, хранитель врат Залрамуса уменьшен на 25%. Количество очков сил больше за чудовище. Вот это вот, которое с топором костяном, да. Хирург Трубашов уменьшен ХП на 20%. И на 30% урон от, собственно, гнили его создания. Да, то есть еще сильнее, еще понерф. Уже, не знаю, какой нерф, второй или третий по счету того же самого Трубашова. В каменном своде, опять же таки, с кармана рака понерфили, да. В Нерубарском дворце вроде как понерфили, собственно, Ансор Шрек нашу самую. Да, теперь же у нас при активном модификаторе сделка слота за вене кристалла бездны движется к игроку так, если ему не удается таскать ближайшего в бою противника. Ага. Так, сделка слота слуги бездны, бонус игроков повышается универсальность на 20, сокращает время восстановления способности на 30, ранее увеличил получаемое исцеление на 15. И сокращал время восстановления способности на 50. То есть поменяли 20 универсальности дали, но немножечко время восстановления способности сделали меньше. Правильно, такое самоисцеление. Ну, какой-то бредовый, бесполезный аффикс, скажем так, я считал самый ничего не дающий. На самом деле, да. Что касается, ребятки, королевы Ансушак, у нас что она делает? В героической сложности урон пенис тага токсина на 15, извержение мрака на 15. Вот, на эпохальной сложности тоже много нерфов, и ХП поменьше, и тоже токсин прям в два раза больше, 26%. Ну и вообще куча-куча всего. Послужников ее, теневые барьеры, куча-куча всего. Потом починили бах, что Рошандан у нас сражался в Сияющем Рассвете больше, чем 60%. То есть там до 59-58 приходилось его довозить, хотя до 60 надо довести всего лишь. То есть вот это рофл, да. У Фаермаха починили неполадку с прибавкой к урону от воспламенения, от таланта контролируемого разрушения. Неполадку у демонологов починили, в результате которой гибель миров и адская стрела не могли быть прерваны. Что? Достижение глаз получит народ, истинная сила, великий узор теперь срабатывает как надо. Да, но это вот самые такие значимые какие-то я сделал, да. Ну, короче, работа потихонечку. В каменном своде можно было на зазу ломать шипы такими предметами, как автоматический молот. Что можно поставить в подземелье, да. То есть, ну, вообще странно. Даже как будто непонятно даже зачем это делать, но окей. Победа над Зигфиром в его логове теперь награждает гербами и камнями доблестями единожды каждого персонажа за неделю. Какими интересными гербами. Вот это, кстати, один из важных моментов, который прямо сейчас чувствуется. Это то, что вот как с гербами проблема у меня. Вот, например, у меня большая проблема с гербами. Понятное дело, что я там, скажем так, пропустил активный геймплей. И теперь не могу нормально наверстать гербы эти. То есть в каком плане это выражается? То есть первая неделя 90 золотых, да? Можно выбрать их было только с эпохального рейда. Ну, пока его не было. Но это 90 первые. Потом еще 90, уже 180 у нас гербов позолоченных. Да, уже можно с эпохального рейда и можно с ключей. Но с ключей только девятых. Потом еще одна только с девятых. А потом еще одна неделя вот это. Уже можно с восьмых. Вот, или потом еще одна же неделя. То есть в итоге накопилось у нас уже где-то 450 или даже 540, возможно, позолоченных гребней. И чтобы их получить, надо, если подземелье в тайм, то 12
если не в тайм, то 5. То есть у меня всегда это либо не в тайм, либо вообще не могу пройти. И я тут нехило так подсчитал, и мне там оставалось 88 подземелий не в тайм, чтобы все эти гребни выбить. А 88 подземелий, примерно 40 минут на каждый не тайм, это сколько? 80, это 4200, если это я, наверное, ошибаюсь, или нет. По-моему, 4200, ребятушки. 4200 минут. Переводим это, даже страшно переводить это в часы, да? Можно только испугаться. Кошмар, одним словом, с этими гербами. Было бы, возможно, круто, если бы они позолоченные гербы ввели в каком-нибудь, ну, не знаю, вот в 11 сложности, да? То есть, например, есть вылазка, и хотя бы вот ради гербов, ладно, не ради шмоток, но ради гербов, возможно, кстати, вот в 11 вылазке можно было бы эти гербы получать, и было бы классно, позолоченные. Вот, по 10 штучек хотя бы за прохождение. Было бы круто, мне бы очень помогло нафармить этот кап и, собственно, улучшить. А то я как-то по левелу плюс-минус застрял. Ну, хоть немножечко на месте сдвинулся. Следующая, ребятушки, новость. На игрушки и декоративный комплект из магазина World Warcraft действует скидка 50%. Ну, оки-доки, кто может, покупайте, если хотите. Я не могу. Следующая новость. Представили, ребятушки, новые награды 12-месячную подписку World Warcraft. Для классики у нас есть этот дракон какой-то, значит, питомец птичка, и питомец будет у нас змея. В свою очередь для World of Warcraft актуала у нас есть птичка маунт, мурлок, качок, какая-то задорная лиса в капюшоне, лиса, кошечка, и какая-то вот змея в честь, очевидно, года древесной змеи, вроде как. Нас ждет какая там древесная змея, да, ребят? Древесный змей. Ну вот маунт в честь древесного змея. Это что получается? Древесный дракон и потом древесная змея опять? Никогда не разбирался. Ребят, как вам год дракона, а? По 1000 бай не оцените. Поговаривали, что петухам, а я петух, вот, 93-го года рождения, год должен был благоволить. Но как-то, слушай, есть только в плане смелости мне подошел смелости делать не только по World of Warcraft что-то. И в итоге, вот, рано или поздно что-нибудь, я думаю, у нас получится однозначно. Куда-нибудь разовьемся. Следующая, ребяточки, новость у нас. Это был эксплойт, оказывается. Представляете, все это время можно было использовать PvP-предметы в War Within, подземельях и рейдах. А именно, такие предметы, как паутин, притягиватель паутины, притягивает противника в радиусе 40 метров и ненадолго оглушает его. Электрошок наносит 50 тысяч урона от сил природы и отбрасывает противников, замедляя их на 30%. Отбрасывает, то есть фактически сбивает каст, как и первое. Стан сбивает каст. Священная дружина. Бросает каплю священного масла, которое взрывается, наносит урон противникам, от священного огня отбрасывает цели, опять отбрасывает. То есть опять отбрасывает, то есть сбивает касты. И все это работало в подземельях и в рейдах. И люди это обузили. В том числе, ну, я так полагаю, такие штуки использовались, наверное, без глобал кулдауна, либо на перебежках, чтобы минмаксить урон какой-то. Да, интересно, да. Ну, слушайте, я вообще поклонник того, что Близзарды сами себя загнали в какую-то ситуацию, обесценив некоторые профессии. Было круто, если можно было бы использовать какие-нибудь предметы, гранаты, ну, для возможностей, да, то есть вот в классике, например, да, можно было миллион бафов получить везде, все предметы использовать в рейдах и в подземельях. Люди это искали, делали. Понимаю, что начинался минмакс какой-то своего рода, да, но как бы все проходилось. С другой стороны, тоже, да, ведь Blizzard в попытке забалансить могли бы на фоне того, что мы все это используем, забалансить так, что мы как будто это уже используем. То есть, если были люди, которым было все равно бы на такие всякие предметики полезненькие, они бы их не покупали, то что было бы тогда? Там ведь в ключах бывает сложно найти человека, который как бы зачарился. Надо зачариться ведь. А кто зачарится? А что, если он еще банки пить должен? Ну, это вообще капец. Такого найти бывает сложно. Вот, а это надо делать. Это надо делать, чтобы увеличить мощь персонажа. Потому что Blizzard уже посчитали, что ты это выпил, ты это зачарил и так далее. Чтобы тебе было максимально сложно. Следующая, ребятушки, новость новенькая. Разработчики готовят версию 2.0 для Warcraft 3 Reforged. Чего? А именно,
Теперь на них размещен новый вариант игры, который не только отличается на 700 сборок от актуального, но и имеет новую глобальную версию 2.0 вместо нынешней 1.36.2. То есть, пока никакой официальной информации от разработчиков нет по этому поводу. Однако, еще в январе прошлого года они провели опрос среди участников сообщества на предмет заинтересованности перед запуском игры с различными новыми функциями и улучшениями. Крупная новая версия вполне может говорить о том, что они на самом деле взялись за эту идею. Если так, то можно с огромной уверенностью сказать, что это будет публичное заявление в преддверии 30-летия вселенной в ноябре, вероятно, на грядущем Warcraft Direct, который нас ждет. Вот это поворот. Интересно, что сделали. А представляете, представляете, если они в 2.0... Сейчас, подожди, ребят. Вы не готовы... Зачем вы сняли штаны, чтобы получить информацию? Принять ее. Или получить. Короче, а вдруг они сделали Warcraft Reforged нормальным? Типа, как обещали, с роликами... Вот это вот реально обновленный. Вот более качественно сделать... Непонятно. Некоторые говорят, что, возможно, это как в Старкрафте, типа какие-то скины добавить, еще что-то такое вот, больше про визуал. Вот, но что же они, интересно, сделали в Warcraft 3 Reforged, потому что, что бы там ни вышло, все люди играют по-прежнему в графике старого доброго Warcraft 3, не включая, не дай бог, это Reforged, потому что в нем было куча проблем. Одна из таких проблем в Reforged, да, это вообще непонятно, что у нас по войскам. То есть, если в Warcraft 3 было четко понятно, что вид сверху, вот красные наплечники, вот синие наплечники, то есть, и было четкое понимание, что, как персонаж каждый выглядит, уникальная моделька, прям сразу никак ты не перепутал бы, да, то сейчас это из-за того, что красивая графика, типа куча мала, вообще непонятно, что происходит, и поэтому все, кто играет, скажем так, в рейтинговое PvP, по-прежнему играть в Warcraft 3, потому что это просто удобнее глазам во всех планах. Такая вот история. Такая вот история. Да, трэш, одним словом. Ну да, я забыл, это был не главный трэш. Главный трэш — это вот эти рядышки. Помните, крутые моцики? Оранжевые, фиолетовые скверноциклы. Они могут стать наградой для промо-акции Mountain Dew для World of Warcraft. О боже. Красный для красной банки, фиолетовый для фиолетовой банки Mountain Dew. И это вот как бы вот такая правда, походу. Такая правда. И это жесть. И это очень печальная история. Остается лишь только надеяться, что все же зеленый скверноцикл, зеленый... может стать секретной наградой за выполнение работы с посетителями на 20-ю годовщину. Поэтому молимся, вот, очень сильно на это. Хоть, какой-то нормальный мотоцикл, потому что это вообще кринж. Сделать для промо-акции суперкрутые мотоциклы для Mountain Dew, они что, настолько сильно хотят коктейли эти прорекламировать? Вообще непонятно. Но будем надеяться, да? Следующая новость. В 1.05 в книге заклинаний появились новая кнопка со способностями персона отряда, да? То есть пространственный сжиматель для банка отряда и эффект игрушки карт отряда, все везде сразу. То есть, кнопка внутри кнопки. Наверное, ок. С выкатывающимся меню. Выкатывающее меню. Я бы на самом деле, знаете, что хотел бы, ребят? Я бы хотел, чтобы они вообще отдельную вкладку сделали для вот этих вот наших 10-20 ключей, да, для телепортов. То есть отдельная вкладка для телепортов. Потому что они находятся в общем, и это очень неприятно. А если сделать их в отдельной вкладке и поставить прям по очереди, начиная, скажем так, с классики, заканчивая актуальным аддоном, по очереди аддонов, например, то было бы классно. А так они выставлены по алфавиту, и поэтому у них Battle for Azeroth 1, потом Катаклизм, потом Dragonflight, потом Легион по алфавиту английскому, потом Пандария, потом War Within, потом Warlords of Draenor, потом уже Шок, потом Dragonflight. Что, опять Dragonflight? Чего? А, это в рейды, извините. Это телепорты уже в рейды, так что это уже отдельная часть. Телепорты в рейды, фу. Жесть. Ладно, ребят, что у нас дальше? Дальше у нас опять информация с книжки Джейсона Шрейера, а именно он назвал «Секреты успеха Blizzard Entertainment», ребятушки. И, соответственно, что у нас здесь есть, да? То есть своего рода, в общем-то, есть такие принципы, были такие принципы, конечно, на мой взгляд, у Blizzard. С другой стороны, это как посмотреть, а именно такие тезисы, в общем-то, используются как Pixar от мира видеоигр. То есть, фактически, Blizzard — это игра
ну, точнее, компания, которая сделала столько крутых игр, как Warcraft, Diablo, StarCraft, Hearthstone, Overwatch, все они суперхиты, абсолютно с огромными онлайнами. Многие таким, как бы, в общем-то, и мечтают, чтобы хотя бы одна какая-то у них такая была в компании игра флагманская, которая могла просто своим названием уже заставлять людей покупать что-то. Правда? Это правда. Похоже на правду. Молодцы, молодцы. Игроки превыше прибыли, сказали они. А именно, какой-то новый тезис. Игроки превыше прибыли. Ну, какое-то время это было так. Сейчас сложно об этом говорить, но вроде как они, ну, вред нет-нет, да прислушиваются потихоньку к аудитории, не ко всей, но какой-то ее части, в общем-то, прислушиваются и что-то для нас стараются делать. Этот тезис был, опять же таки, на фоне их создания Battle.net, когда в времена старта Battle.net в 90-е годы был только альтернативно платный какой-то там специальный ресурс, который надо было платить, чтобы играть онлайн-игры. А тут они сделали Battle.net, он был бы абсолютно бесплатным, и это типа вот главная их была база тогда, что он был бесплатным, да? Хотя игра сама была платная. Но об этом никто не говорит, не так ли? Такая секреточка. Battle.net бесплатный. У нас бесплатно можно поиграть в наши онлайн-игры. Но сами игры платные. Если что, World of Warcraft. Тогда World of Warcraft еще не было, конечно. Значит, это только потом. Значит, также, ребяточки, один из тезисов, что они делают игры только когда они будут максимально готовы. Это правда. Для меня Blizzard всегда, ну, только до определенного времени, скажем так, когда я повзрослел и чуть-чуть осознал, ну, и еще там всякие изменения произошли, были как Новый год. Вот я сидел прям и ждал игры, прям как помню, прям жду игр от Blizzard, да, то есть там Blizzard для меня это просто появляется, это был фу, вау. Это что такое здесь у нас происходит, да, очень сильно ждал их игры, и, соответственно, да, они выходили раз в 100 лет, зато всегда отличная игра. Что Diablo, что Warcraft, что StarCraft и так далее. Все еще с таким же лицом жду Warcraft 4. Не дождусь, видимо. Видимо, 2.0 Warcraft Reforged. Дождусь. Значит, а что еще, ребяточки? Дальше у нас идет тезис, что они делали по-хитрому, очень правильно, что они не создавали новые игры, а просто делали успешные, скажем так, интересные идеи еще лучше. То есть фактически отличное решение, да, как сделать, типа, свой хороший какой-то бизнес. Правильно, берешь бизнес, который уже есть, там уже как будто бы есть спрос на определенный материал, да, на определенную ту же стратежку, ту же РПГшку, и ты делаешь ей то, чего у других нету, да, добавляешь получше контента, а именно нравилось им Дюна 2, они сделали Warcraft, соответственно, где можно играть друг против друга вместе, да, им нравилась вот эта вот онлайн-игра EverQuest, да, они сделали World of Warcraft, да, то есть таким образом, и, то есть, как будто бы они не придумали как бы саму концепцию стратегий и онлайн MMORPG, а просто доделали то, что уже чуть-чуть было, но такое, сомнительно. Короче, хорошо сели на поезд хайпа, скажем так, и доработали идеи. Молодцы. Следующий ряд тезис развития общества Blizzard Entertainment у нас, это то, что молодцы, что отменяют проекты и не пытаются что-то плохое заменить. Таким ярким примером была именно игра «Титан». Они делали «Титана» в надежде на контент. Потом поняли, что это не очень. 7 лет трат псу под хвост. Всех поувольняли. Проект закрыли. Маленькая команда осталась, что может что-то придумать. И придумали Overwatch, в общем-то, из этого, который тоже стал супер популярной игрой. Такая вот история, да. Ну и, конечно же, гениальная, в общем-то, по своей степени суть, что надо постоянно играть в их игры. Это следующий тезис. Играть во все их игры постоянно. Это да. Это да, во всех играх есть какая-то, ну, что-то, для чего заставляете играть бесконечно. Пока не надоест. Это тоже решающий выбор. Как говорится, Blizzard стояли еще на истоках создания игр-сервисов. Потому что, если, конечно, не было еще там тонны боевых пропусков, еще чего-то, у Blizzard уже были игры, которые просто ждали, когда можно в них добавить боевой пропуск и так далее.
потому что можно было играть вечно. К тому же, бесплатная подписка для World of Warcraft они максимально не прогадали. Представляете, как у них ну, было мало денег бы, если бы у Вова не было бы платной подписки, да? Меньше всего зарабатывали бы наверняка. Такие вот тезисы, да, от Джейсона Шрейера. Все они касаются, конечно, именно старта Blizzard Entertainment. Понятное дело, что сейчас это совсем не то же самое, все, что было сказано. Хотя мы и не знаем, так ли это. В конце концов, Diablo 4 вышло, и что? Неплохо себя чувствует. Можно ли сказать, что они что-то там? Нет, нельзя. Неплохо себя чувствует Blizzard. Так или иначе, не загнулась. Blizzard находится на данный момент под гнетом тонны негативных комментариев, предвзятого отношения, так прям заранее. И несмотря на их странные иногда мувы, которые вот я не понимаю по принципу посадить девочек, заставить играть в Diablo, объяснять, как они рисовали, и при этом они даже особо не играли. Вот. Такая вот история, да, такая вот история, когда сами Blizzard, ну, вроде как по рассказу, постоянно играли в свои игры, что пытались понять, что в них хорошего, что в них плохого. Ну, это, кстати, тоже правда, потому что знаю кучу историй о том, что они сидели, играли в WoW, любят сами в WoW играть. Это их основная база, в отличие от некоторых, которые делают игры и вообще в свои игры даже не играют. Ну, это тоже показывается, как некоторые проекты выходят. Выходит тот проект, про вампиров выходил, они вообще, кажется, играли в свою игру. Это что-то какой-то кошмар, это неиграбельно абсолютно. Выглядит очень чудовищно. Я даже вот не помню, как она называется. Ну, про вампиров таких максимально классических, отеческих, с которыми надо было стреляться за максимально веселых героев. Такая вот история. Да, короче, ну, в общем-то, что? Молодцы, Blizzard развиваются, несмотря ни на что. Вот Diablo вышло. Куча вроде негативных отзывов там, тут, да, а они все равно продолжают зарабатывать деньги, все равно людям нравится и так далее и тому подобное. Интересно, когда вообще закончится волна гнета негатива на Blizzard Entertainment, да? Я сам, в свою очередь, время от времени пишу видосы, что типа Blizzard навалило, да? Но это по большей степени из-за того, что сейчас это популярно, да? Иронично, что сейчас это популярно, поэтому хочется привлечь вот внимание всех. Вот, и, возможно, лишний раз позитивом своим переубедить, потому что в целом ну, критикую я по определенным моментам, которые действительно стоят внимания Blizzard, чтобы они что-то, возможно, переделали. Ну и, соответственно, хвалю тоже по определенным моментам постоянно. Поэтому сегодня получается, что хвалю. И я надеюсь, вам понравилось это видео, было максимально полезным. Так что, как всегда, бэк-бэк-бэк-бэк-бэк, жуа.